А сейчас нам нужно выполнить сокращение трех дробей. Сократить дробь – это значит разделить числитель и знаменатель этой дроби на их общий множитель. Поэтому какая передо мной стоит сейчас задача? Получить в числителе и знаменателе первой дроби произведение. Сокращать в таком виде дроби нельзя, потому что в числителе разность, в знаменателе сумма. Нужно иметь произведение для того, чтобы определить, есть ли в числителе и знаменателе общий множитель. Числитель разложить на множитель можно по формуле разности квадратов. А минус Б умножаю на А плюс Б. То есть это произведение разности и суммы выражений А и Б. 3А плюс 3Б, общий множитель 3, выношу за скобки. В скобках А плюс Б. Итак, числитель и знаменатель у меня сейчас записаны в виде произведения. Определяю, есть ли общий множитель. Сумма А плюс Б является общим множителем числителя и знаменателя этой дроби. Поэтому сокращаю, а значит делю числитель и делю знаменатель на сумму А плюс Б. При делении А плюс Б на А плюс Б 1, А плюс Б на А плюс Б тоже дает 1. Итак, А минус Б деленное на 3. Первую дробь сократили. Рассмотрим вторую дробь. Сократить эту дробь в таком виде нельзя, потому что в числителе и в знаменателе записаны в знаменателе двухчлен, в числителе трехчлен. Значит, нужно разложить и числитель, и знаменатель на множители. 9х квадрат плюс 6х плюс 1 – это квадрат суммы 3х плюс 1. Проверяем. Квадрат первого числа 3х в квадрате 9х в квадрат, удвоенное произведение 6х и квадрат второго выражения 1. А знаменатель? Знаменатель – это разность квадратов. Каких выражений? 3х и 1. Тогда знаменатель записывается в виде произведения разности и суммы 3х и 1. Очевидно. Числитель и знаменатель имеют общий множитель. Это сумма 3х плюс 1. Сократим эту дробь на 3х плюс 1. Разделим числитель и знаменатель на скобку 3х плюс 1. Квадрат делим на первую степень. Получаем первую степень. Ну а произведение 3х минус 1 умноженное на 3х плюс 1 сократим на 3х плюс 1. Получаем разность 3х минус 1. Тогда числитель 3х плюс 1, знаменатель 3х минус 1. Дробь сократили. Рассмотрим следующее задание. В числителе, в знаменателе многочлены, разложим их на множители. Вижу, 2p минус 6, есть общий множитель 2, вынесу его за скобки. P минус 3. В знаменателе p квадрат минус 6p плюс 9 – это p минус 3 в квадрате. Квадрат первого – удвоенное произведение первого на второе и квадрат второго выражения. А сейчас можно сократить числитель и знаменатель на скобку p минус 3. Деление числителя на p минус 3 дает числитель равный 2. Деление квадрата p минус 3 на p минус 3 дает p минус 3 в первой степени. Тогда знаменатель p минус 3. Дробь сократили.